Традиционно вот уже на протяжении 13 лет в Ульяновской области проводится акция «Помоги собраться в школу». В этом году благодаря проекту более 20 тысяч школьников полностью готовы к новому учебному году. И радостно, что в этом году у нас все больше ширится именно благотворительные взносы в эту акцию. И у нас за счет меценатства и благотворительных пожертвований и юридических, и физических лиц охвачено более 5 тысяч людей. То есть собрана общая сумма, это более 42 миллионов рублей, и из них 10 миллионов – это благотворительные средства. Школьную и спортивную форму получила и семья Колесовых. В многодетной семье в этом году в школу идут пятеро ребят. Всего у счастливых родителей 8 детей. Это очень помогает, такие акции, то есть это очень приятно, прям даже такое радостное настроение, во-первых, настроение праздника, вот, и понимаешь то, что твоя семья, то есть она не такая вот сама по себе там где-то, а вот именно то, что она востребованная, как будто бы, то есть, в общем, и как бы не оставленная. После подведения итогов состоялось заседание Совета по благотворительности региона и комиссии по оказанию адресной помощи жителям региона. Знаешь, я с огромным удовольствием каждый год произношу такие вот слова признательности. И искренне хочу, чтобы на нашей малой родине совершалось как можно больше добрых дел. Каждый день без особых поводов и призывов властей. Напомним, что с сегодняшнего дня в регионе стартовал проект «Десятилетие доброты», основными задачами которого называют поддержку социальных инициатив, продвижение традиционных семейных ценностей и развитие духовного воспитания. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.